Женишься? Через полгода. Через полгода, сука, женишься на мне. В каждой шутке есть доля шутки, да? Вы знаете, шутки шутками, а на самом деле сегодня многие парни уже достаточно косо и подозрительно смотрят в сторону ЗАГСа. Прозрение идет, и они, конечно же, видят. Вот знаете, вот это в принципе виноваты сами женщины. Это никакое не МД-движение, не еще что-то, а сами женщины. Вот тем контентом, который они делают, то, что они снимают, то, что они показывают, в каком облике они себя показывают, они заставляют мужчин усомниться в нужности брака и создания семьи, и, конечно же, я думаю, впереди такое ждет. Сука, ты на мне женишься, блядь? Женишься?